Дорогие друзья, наступает такое прекрасное сладостное время, когда мы в один день, в одну даже ночь, загадаем массу всяких разных желаний. И я понимаю, что мы тоже будем загадывать желания, и вы будете загадывать желания. И я бы очень хотел, чтобы все наши желания, как так вот мы зажали какие-то кулачки, вот так вот как-то немножко зажмурились и захотели, чтобы все у нас случилось и все исполнилось. Я хочу пожелать вам, конечно же, здоровья, радости и какого-то такого чуда. Ну, вы знаете, что у нас в театре чудо, оно существует, да? Поэтому приходите к нам, вы это чудо увидите. А еще я хотел бы сказать очень серьезную одну вещь и попросить, на самом деле, всех, кто сейчас меня слышит, совершить одну такую, ну, даже это не акция, это просто такое пожелание. Вот когда мы будем думать в предновогодние дни о наших близких и родных, и знакомых, давайте не будем писать им смс-ки, давайте им просто позвоним и хотя бы немножечко с ними поговорим. Да? Хорошо? Договорились? С наступающим!